Я рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Спасибо, что вы с нами. Это программа «Влияние». Я имею честь сегодня предоставить моего друга, служителя, пастора Василия Порхатюка. Приветствую, пастор. Приветствую вас, братья, приветствую, сестры. Welcome back, welcome back. Очень приятно. Понравилось. У нас будет интересная беседа, друзья. Буквально на днях вы видели повтор моей программы, когда мы были в Корее с нашей командой. И те служители, которых вы видели, будут в Портленде. Они, целая команда прилетает для того, чтобы проводить молитвенную конференцию в Портленде. Это будет 11, 12, 13 мая в городе Портленде, штат Орегон. Повторяю, это те корейцы. На днях мы повторяли эту программу с моим участием, с участием старшего пастора Джон Пилдю. Программы, которую вы смотрите постоянно на телеканале «Импакт» в часовом формате, они прилетают с целой командой в Портленд для проведения молитвенной конференции. Поэтому, если у вас есть любые вопросы, вы можете обращаться к Василий Вакульский, потом Петр Назарчук и Петр Опанасюк. Поэтому вот такая небольшая анонсировка. Прежде, пастор Василий, прежде чем мы приступим к теме, чем были заняты мои мысли сегодня с утра, я размышлял. Вот приятно будет узнать. Я размышлял, вот книга пророка Сафонии. Возможно, размышлял во свете того, через что сегодня проходит Америка, народ Америки. Вот эти всякие передряги предвыборные, послевыборные, вот эти лагеря, которые образовались, враждебные и либеральные, очень жестко, критически настроены против всего святого. Настолько оно вскрылось последний год, настолько оно показало, кто есть кто. Вот. И 12 стих, 1 глава. «И будет в то время, я со светильником осмотрю и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла». Не делает Господь ни добра, ни зла. То есть, чем больше усугубляется грех, умножается грех, чем больше, тем более мы видим, общество сидит на дрожжах, образно здесь на своих собственных дрожжах, типа вот расту на своих дрожжах, Бог не делает ни добра, ни зла, но это же не так. И близок великий день Господень, близок и очень поспешай, здесь же уже слышен голос дня Господня, горько возопьет тогда и самый храбрый. Такие размышления, ты возвратился из Африки. Интересная поездка. Очень интересная. Я был в Камерун, был служителя Джон Чи, был в Саус-Африке, Шепард Бушир и еще у одного служителя был. Действительно большой контраст то, что вот там видел, и вот о чем ты читаешь. И действительно, что не делает Бог, это просто люди игнорируют работу Божью, которая она справа и слева, а вокруг нас, это просто своеволие и преднамеренное игнорирование. Но ты был в другой среде. Ты мне рассказывал в частной беседе о том, что в 2 часа ночи десятки тысяч народа, они сидят и слушают слово. Пастора, как его? Шепард Бушири. Да. И нужно сказать, здесь контраст между нашей действительностью и то, что происходит в Африке. И Саус-Африка – это очень развитая страна. Ну да. Вот Претория и Джонесбург – это очень красивая, вот как Калифорния. Машины, фривей, дома, природа и в целом очень развитая страна. И служение в понедельник, у них по понедельникам идет служение, они называют бизнес-служение. То есть пастор проповедует на тему финансов и бизнеса. Как вести бизнес? Что церковь, Царство Божье, оно на жертве сегодня. Оно через все времена двигается на жертве. И сегодня нет другого пути, чтобы оно двигалось без жертвы. Ты говоришь без финансов. Финансы, да. Вот. А то мирской человек слушает и думает, в жертву приносят пятидесятники. И он проповедует. И вот
каждый раз служение начинается в 6 часов вечера. 5 часов идет где-то прославление. 5 часов? Да. В 11 часов вышел проповедовать пастор. В 11 вечера, ночи. Да, ночи. И в 2 часа утра закончил. И вот там 5-6 залов больших, где собираются люди, потому что они сейчас в процессе строительства церкви на 60 тысяч сидящих мест, 4 тысячи гостиниц номеров и библейский университет, институт, не знаю как там, они сейчас в процессе. Но, тем не менее, покуда вот эти 60 тысяч зданий будет построено, то на данном этапе вот те залы, которые полностью забитые, проходишь, это все заполнено. Трудно сказать, сколько. Говорят, что в этих собирается у него по воскресеньях около 80 тысяч. Сколько было в понедельник, трудно сказать. Но все вот эти залы, которые показывают на экран, все они заполнены. Через мониторы установлены. Да. Все заполнены были. Конечно, я был, у них была неделя поста, 7 дней поста за призыв к спасению людей. И они по-серьезному каждый вечер собираются на молитву и молятся. Вот эти все тысячи людей собираются и молятся. Ты думаешь, не о них здесь Господь говорит? Они не говорят, не делает Господь ни добра, ни зла. Наверное, эти говорят, делает Господь добро. Делает Бог. Это правда, что очень сильное свидетельство, духовное свидетельство. Свидетельство, которое мы завтра будем показывать тоже в прямом эфире, это из той серии или это из твоего служения? Это из служения Джон Чи, который будет делать у нас конференцию. Да. 12, 13, 14 мая тоже. То есть мы сделаем анонсировку также. Мы сделаем анонсировку. Это будет 12, 13, 14 мая. Пасха. Вы снимаете большой зал. Помещение где-то на 6 тысяч мест. Это тот пастырь, который был в прямом эфире у нас 2 года назад. Да. Нет, год назад. Год назад. Это когда были исцеления. Да, были исцеления. Несколько часов мы делали прямой эфир. И освобождение демонов. Возвращаясь к Африке, то есть ты был впечатлен? Я был впечатлен этим служением, которое South Africa. И что касается Камерун, вот откуда этот служитель, эта страна не так, как South Africa, она lower, не так developed, развитая. И часть, где находится его церковь и служение, как раз получается часть англоговорящего Камеруна. Основной Камерун французский язык, а это англоговорящая часть. И там сейчас малость несогласия политическое, и люди хотят отделиться, вот, иметь федерацию, и там страйки экономически там посажены. Вот. Но тем не менее, из-за того, что в служении этого апостола Джон Чи или пастора проявляется сильно исцеление больных людей, исцеление от болезней. Разное. Я вот ходил, как белый человек с Америки, мы ему много помогали. Я ходил за ним рядом, куда он идет, вот по этим молитвенным линиям. Это тысячи людей приезжают стоять в эту молитвенную линию, чтобы Бог прикоснулся к ним. И потом есть свидетельство. Сильное свидетельство. Хотя вот не всех Господь исцеляет. Трудно определить, кто не исцелен, потому что те видимые люди, которые допущены, там они проходят какую-то цензуру. Не всех допускают на молитвенную линию. Он не молится за людей, которые рождены с какими-то дефектами. Он говорит так: я стараюсь максимум служить людям, сколько Бог мне дал. Чего Бог мне не дал, я не хочу людям обещать и выставлять где-то, чтобы у них вера пропала, которая и была до исцеления, чтобы после исцеления она пропала. Потому он очень так скромен и сдержан, но служит, идет на большие риски. Молится за таких людей, которые вот так
глазу очевидно, что это очень больной человек. А там с кислородными баллончиками, с костылями, поломанные где-то ноги, астма ярко выражена, вот эти поддержки, как поддерживают корсеты. Вот. И я вот иду за ним, он известен в духовном мире, его знают, очень ярко знают. И в том числе... То есть и бесы тоже знают? Да, сдалека знают. Вот я прохожу, и другие люди ходят, общаются. Потому что в материальном человек может быть на высоте. А помнишь, как в Деянии святых апостолов? Ну, ему дано. Говорит, Христа знаем, и Павел нам известен, да вы кто? Если дано, значит, это видно, что дано. Да, это дано, это правда. То, хотя страна бедная, вот люди где-то стирают, стиральных машинок нету, стирают там с тазика в тазик вручную, но в духовном мире эти люди известные. Вот, потому сказать, что не делает Бог ничего... Это просто люди игнорируют. Целенаправленно направили свои глаза туда, где чтобы не видеть Бога. Да. Но, на зло. Да. На зло. Но Бог делает сегодня большие Божьи дела. Как служение у тебя после... Ты начал приглашать, чем, наверное, подвергался и критике некой, да? Но ты не смотришь на это. Ты начал приглашать африканцев, братьев. Как ты видишь в служении? Я имею в виду вот какой-то прорыв, духовный прорыв в молодежь. Потом были исцеления, ты говорил. И мы даже, я помню, люди свидетельствовали там же в эфире, когда выходили и с колясками. Вот как твое мнение относительно... Потому что ты несколько африканцев приглашал, пастырей. Для того, чтобы проводить такие крусейды у вас. Вот, братья, сестры, друзья, несколько слов об этой теме, этом вопросе. На самом деле я миссионер. Я был миссионером в России с моей семьей, женой, детьми. И когда приехал сюда, это и была моя цель, чтобы служить людям, где живу, нахожусь справа и слева. Я встретился сразу же с братьями-служителями тех церков, которые там есть, большие, хорошие наши славянские церкви. И был вопрос поставлен очень категорично, как быстро церкви перейдут на английский язык, потому что без английского местным людям проповедовать не будешь. Вот. Действительно, что вот церкви наши славянские там большие, приехали пожилые люди, которые всю жизнь привыкли к славянскому языку. Потому братья очень осторожно отнеслись к моей идее, насколько быстро английский будет применен и насколько быстро молодежь будет востребована в служении для проповеди. Потому что в колледжах вместе, на работе вместе, в офисах, в парке, в спортзалах, кругом мы вместе, мы в Америке. Только получается так, что Евангелие наше славянское в четырех стенах не для американцев. Потому этот вопрос у меня как раз и стоял ребром. Будет ли наша жизнь, наше Евангелие там, где мы живем? Это хорошо где-то поехать на Украину, Молдавию, в Россию с Евангелием. И ты также думал о молодом поколении, которое будут ассимилированы Они очень быстро, да, очень быстро. Да. Потому церковь началась из двух-трех семей. Без английского языка, старшим детям было по 14 лет. И смотри, вот какой был просчет. Я просчитал американское общество, возрастную категорию, которая может быть более быстро и легко досягаемая Евангелием ко Христу. Да. И для меня оказалась самая доступная категория возрастная – это молодежь, подростки. Потому что мои дети в школу и в колледж. И факт показывает, что семейные люди, они обременены биллы, платежки, какие-то семейные драмы, финансовые недостатки, они уже где-то определились кто-то где, а молодежь, она такая вольная. И если заговорить для молодежи сегодняшним молодежным языком, я был уверен, что церковь можно организовывать, и люди будут спасаться,
И через детей, через подростков, через молодежь потом можно будет достигать и семейных людей, родителей. То сам я воспитывался, родился в баптистской церкви. И пятидесятническое учение к нам пришло, когда я уже был молодым парнем. И с моим баптистской головой мне нужно было искать молодежные варианты, молодежный современный язык говорить к американской молодежи. И это было нелегко, нужно было где-то что-то ломать. Ну, стереотипы. Да, вот, нужно было что-то ломать. Потому достигать молодежь, надо сказать ту деталь, что если молодежь сегодня не знает о духовности из церкви, она знает о духовности из Голливуда. Молодежь, там мозги с вопросами. И это еще свежее. И я понимал такие вещи, что если я принесу Дух Святой, сверхъестественное, где прочитанное тобою было, люди говорят, что не делает Бог, но если я принесу в церковь то, что Бог делает, а это факт, да, ясный, да. Человек был болен, да. И это вот медицинские все доказательства, справки, диагнозы и все прочее, молодежь отреагирует. Потому нужно было переступить какие-то расстояния, границы. Я это делал и в моей молодости. Меня отец из нашей баптистской церкви возил на мотоцикле показать духовную церковь Карпыловку. Да, да, да. Это долгий путь, осенью, дождь идет. И чтобы показать крещение Духом Святым, говорение на иных языках, пламенную небаптистскую молитву. Я был рожден при том, что Бог делает. И мне нужно было пересечь и границы, и культуры, и цвет кожи, но побывать в мире самолетов, интернета и техники, в местах, где Бог делает. И это неоспоримое доказательство. Как? И как? Я пригласил. Ты, по этой причине ты пригласил? Я пригласил. Почему ты предпочел, скажем, африканцам, нашим американцам? Ну, это в этом... То есть там не было что-то специального? Ну, нет, не специально. Просто у вас складывались отношения с африканцами? Это просто что попадало. У кого-то складываются отношения с корейцами, это нормально. Я был в Корее, был в Йонгичо, 7 дней я провел в его церкви на домашних группах, на молитвах, на горе молитвы, в пещерах. Вот. Но вот африканский вариант, он имеет яркие такие вещи, которые вот демонстрируется сила Божья, как во дни Христа. Более эмоционально. Да. А сама структура, система вот, ведения церкви, конечно, корейская, она очень высокая, она заслуживает внимания. Да, да. То есть и пригласив африканцев, у вас начали углубляться отношения. И молодежь, когда... Прошу прощения, как они восприняли славян? Потому что они же знали, что они на славян едут. Ну, дело в том, что мы сеяли. Угу. Мы... С раннего вот нашего начинания церкви мы искали, куда лить воду, на какого служителя лить воду. Mm. Мы понимаем, да, перед тем, как воду Иордана разделять, то нужно лить воду на пророка Божьего, да, на руки. И мы смотрели, интернет позволяет сегодня смотреть вокруг мира. И мы не только смотрим по интернету, я увидел, туда полетел, там побыл, посмотрел детали, насколько люди честные, скромные, верные. Это все было проверено вот баптистской головой. И когда приехали они, мои молодые проповедники, сейчас мы имеем 3 молодых пастора, это 2 моих сына, мой племянник. Да. Владимир? Владимир. Савчук. Севчук. Да. Они очень широко стали известны. Михайлович, может быть, здесь какая-то человеческий расчет, но Библия, она книга разума.
моих молодых пастырей, и в том числе нас никто бы не знал и не видел бы этих две затерянных в пустыне семьи, если бы мы не стали рядом с пророками и с духовными служителями. Стать с ними никто вам не позволит, если вы туда не посеете, не принесете жертву. Потому долгие годы мы в этот Камерун закупили всю голосовую систему на церковь. Это начинали церковь с нуля. В Африке. И когда мы принесли туда больше 100 тысяч долларов, просто чтобы это здание построить, чтобы это все поднять, то впоследствии этот служитель сказал: я не могу так, чтобы вам отказать и не поехать провести служение. Ну, смотри, ты подметил вопрос насчет молодых служителей. Ибо никто бы никогда не знал. Ты знаешь, это тебе делает честь. Тебе делает честь, как служителю, как пастору, что ты не боялся молодежи. Даже не из-за того ты их не боялся, что они твое родство. Но ты смотрел чуть дальше собственного носа, и ты, не имея страхов, к чему это приведет, потому что могут быть, знаешь, как старшие, мы боимся отклонения. Потому что 20-летние, у 20-летних там могут пойти поползновение, как уклонение от истины, или уклонение в сверх, как мы говорим, ультраправую харизматию. Да. То есть ты этого не боялся. И ты знаешь, почему это тебе делает честь? Потому что, по большому счету, я смотрю на эти вещи более проще, я не побоюсь сказать это в прямом эфире, более проще, чем смотрят ряд других служителей. Знаешь почему? Потому что лучше для меня, с моего субъективного мировоззрения глядя, да, лучше пусть он учится в церкви, проявляет свои способности, даже с учетом того, что он хочет проявить более эмоциональный характер своего служения. Может, руку поднял, может, даже где-то хлопнул, но только чтобы не ушами хлопал. На эти вещи я смотрю проще. Главное, чтобы он сосуд свой в чести и в святости хранил. А будет ли он шаг вправо делать или шаг влево во время проповеди от кафедры отходить? Это, по большому счету, не ключевые моменты. Ключевые моменты, что он любит Бога, что он пребывает в молитве, что он пребывает в слове, что он исполняется Духом. Это самое основное. Это самое основное. Что бы ни говорили сегодня ряд служителей с бородами. Есть такие служители наши с длинными бородами. Вот. И с некоторыми я веду такие мягкие беседы. Я говорю, где написано, что Господь будет строго наказывать, судить или бичом бить за то, что молодой человек, исполненный Духа Святого, шаг влево или шаг вправо сделает по отношению к кафедре. Да. Или чуть громче начнет молиться, исполняться Духа. Где это написано? Поэтому, так сказать, я не ухожу в сторону, но на этих молодых людей, которых временами они подвержены критике, они подвержены некоторым гонениям со стороны нас, старших. Мы уже с тобой, ну, если пятый десяток разменяли, мы уже, знаешь, вот, к нам зрелость пришла. И мы должны учитывать, не бить по голове этих молодых людей, не критиковать. А у нас такого в селе не было. А наоборот, поощрять, вдохновлять, говорит, слушай, давай. Михайлович, это долгий был путь с расчетом, пробито на несколько десятков лет вперед. Специально тренировка, учение после каждой проповеди на протяжении 14-15, может, 13 лет. Каждая проповедь я сидел, подмечал, какие поправки. Я был рад бы сегодня иметь такую благодать, чтобы кто-то меня поправлял после проповеди. Но, к большому сожалению, я такой благодати не имею, потому что я уже год не проповедую. Я заметил, что мои молодые служители, они стали проповедовать, как я. И мне невыгодно. Ты не говоришь, лучше, чем я. Они проповедуют, как я. И когда я увидел, что они начали проповедовать, как я знаю, что завтра уже они будут проповедовать лучше, чем я.
потому мне правильнее, над чем я работаю, чтобы кафедра была молодая, красивая, профессиональная, классическая, духовная, аргументированная, чтобы она умела предвидеть критиков, аннулировать как можно какие-то острые углы. Потому очень важно, все детали... Когда духовность, она еще подкрепляема профессионализмом. Да, потому сегодня они очень легко на сцене справляются. Компьютер, статистика, стихи на экран, фотографии. Это мелкие детали. Я подсказываю, советую, потому они молятся уже несколько лет при этих служителях, задержимых людей. Они оперируют уже частично в дарах Духа Святого, как слово знание, слово мудрости. Такая-то болезнь в зале. И это уже не просто что сказанное слово, а это факты. И люди приходят, получают исцеление. Потому мера... Но Господа даже не впечатляет. Бога меньше всего впечатляет, так я понимаю, нашего. Сами технологические моменты, технические моменты. Господа впечатляет посвящение, глубокое посвящение в служении, молитвенная жизнь Господа впечатляет. А все остальное, о чем мы говорим с тобой, оно все способствует. Да. И мы не должны и этого игнорировать. Но самое основное, если молодой человек, он понимая, что всевозможные социальные технологии, интернет-технологии, всевозможные достижения современные, они не вытесняют благодать, они должны способствовать благодати. Да. И если человек движется в этих дарованиях, в духовных дарованиях, в молитвенном стоянии перед Богом, кто такой я, чтобы я могу ему запретить это делать? Посты, молитвы. Мы имеем каждое утро в 5 часов утра в церкви молитву для лидеров. Кто-то приходит чуть попозже, но церковь молитвенная такая... Opening открыто до 9, до 10, люди едут на работу, приезжают, заезжают где-то в уголочке, там на скамеечке, Библия, и люди молятся. На это обращено большое внимание. Потому твой вопрос, какой смысл вот нашей связи с духовными людьми? Церковь и есть духовная единица. Если в церкви нету духовности, неизвестен духовный мир, то легко превратиться просто в организацию. Вот с хорошей моралью, в которых организации сегодня и других религий. С приличным внешним видом. Да. Но что выделяет христиан, это присутствие Божье, это Дух Святой, это его свидетельство. Когда Бог посылал Моисея в Египет, нужно было доказать как-то людям, что это Бог говорит. Да. Потому сегодня Библии много, и с Библиями много. Да. А вот то, что подтверждает Библию, не так много. Сегодня много есть слова, но нет слова. Да. Есть слова, но нет слова. Да. Потому мы эти конференции делаем. Эти конференции закрепляют дух внутри. Вот эта конференция будет здание где-то около 6000 людей. Это небольшой город между Сиэтлом и Спокеном. И такое здание не для Пасха нашего, где вот будет это событие. Почему так случилось, что оно в Пасху, трудно сказать, и почему люди приедут туда? Это же не первый раз. Да, люди едут в пустыню. И едут сотнями, если не тысячами. И тысячами едут. И вот, друзья, я вам говорю, что в нашей церкви не ставится ударение на исцеление, шоу и вот какие-то знамения. Но Библия об этом говорит. В нашей церкви ставится вопрос о спасении. Самое большое чудо – спасение души. Все исцеленные помрут, воскресшие помрут и здоровые помрут. И это может случиться в любой момент.
И вечность без Бога – это нет слов, чтобы описать. Потому, чтобы Евангелие спасения делать громче, ярче, поднять его на вершину, если бы исцеление, сверхъестественные явления в жизни апостола были изъяты, ничего бы не получилось. Сопровождалась проповедь, сопровождалась чудесами и знамениями. Да. Это нормально. Это по Писанию. При воскресении Лазара из мертвых многие уверовали в Христа. Лазар потом умер. Но спасенные души навечно в книге жизни. Потому заботиться о царстве Христа поручено церкви. И это поручение требует жертвы. И сегодня, как и когда-то, люди во многих местах мира платят большую цену. Да. Тысячи, десятки тысяч каждый год платят большую цену за Евангелие. Это жизнь свою, кровь проливает. Смотри, что происходит на Ближнем Востоке. Да. Потому Евангелие Царства поручено нам сегодня. Вот не просто так вот не делает Бог ничего. Делает Бог, если мы делаем. Если мы опускаем руки, инертны, бездейственны, и мы пропускаем то, что Бог делает. Потому это правда, что на этой конференции будет много исцелений. Но поймите, я скажу сейчас очень грубое выражение, я его поправлю. Но исцеление – это всего лишь приманка на крючке. Это не приманка для тех, кто болен, и для их родственников, но спасение по сравнению к исцелению, то исцеление всего лишь приманка. Да. Вся суть – это спасение. Потому если есть такая возможность, чтобы Евангелие было в силе Духа Святого, исцелении больных, освобождение от демонов. Апостол Павел говорит, что мы должны ревновать за это. Видишь, нам более проще и безопаснее, я подберу слово, нам более безопаснее не трогать эту тему, потому что а вдруг не получится, а вдруг не произойдет. Ну и что? Совершенно нам более безопаснее. Это я не говорю к нашей чести, я говорю к негативу, что вместо того, чтобы действительно ревновать о том, чтобы это было проявляемо. И глядя, как молодые люди ревнуют, поощрять их к этому, в некоторых моментах корректируя, возможно, действия, да. Но нам легче обезопасить себя. А я вообще вот, мне не так давно выслали одну программу. Программу, говорит, братюра, посмотри... У вас где-то там в Калифорнии есть интернет-канал, как-то Братан ТВ или как-то называется. И там была недавно программа вот эта. Я говорю, не слышал, что за Братан, ну, потому что интернет-канала очень много сейчас, миллионы развелось. Да. Ну, я начал смотреть. Включил, и проповедник проповедует. Говорит, пятидесятники, это из баптистов, из братьев баптистов. Говорит, пятидесятники – это такое лжеучение, такая ересь. Я так перед этим экраном компьютерным, да, вот так как и ты, расправил плечи, думаю, что за ахинею он несет. Говорит, это такая ересь. Говорит, они читают в Новом Завете только две первые главы Деяний апостолов, а остальные они не читают. Думаю, откуда ты это взял? Что за горе-проповедник? Кто тебя на этот Братан ТВ выпустил? Что это такое? И я прославил Господа. Но не за ахинею, которую он нес. Я прославил Господа, думаю, Господи, слава тебе, что его видят, но несколько человек, там на интернете кто-то посмотрит. Вот, потому что на большой экран такой пустить здравый брат-баптист, братья-баптисты, служителя, с которыми я массами общаюсь, они не позволят себе даже в интернет такой обозвать пятидесятников лжеучением и ересью. То есть я к чему?
мы понимаем, как новозаветные, как последователи новозаветнего служения, что пора чудес не прошла. Это неправда, что вырвали мы две первые главы за говорение на иных языках, за духовное проявление, а все остальное мы не читаем. Это неправда. Потому что я стараюсь каждый день читать в Новом Завете, не только две первые главы Деяния апостолов. Поэтому это естественно и нормально. Мы с собственными, некоторые деноминации, к сожалению, собственными глазами, то есть собственными руками, да, мы загнали себя в безопасное место и говорим, это было для первоапостольской церкви 2000 лет назад. А Господь изменился. Они так не говорят, но так думают. Господь, видно, изменился, и сейчас это не требуется. Поэтому мы понимаем, написано, руками же апостолов совершались дела. Руками, то есть возложат руки на больных. Почему мы этого боимся? Почему мы боимся, помазавший елеем больного, и исцелить его Господь? Значит, мы имеем право идти к доктору. Несомненно, да. Значит, да. Молиться, просить у Бога здоровья, да. Но не ожидать, что он исцелит. Да. Ну, для нас эта тема не новая, и это касается, может, и не только баптистов. Вот, прошлое воскресенье приехали мои друзья, пастора баптисты из России. Я там вместе служил, они баптисты были, а мы 50. Да. Мы дружили между собой, потому... Это, может, сегодня касается вопрос духовности не только и баптистов, и 50-ников, да. и остальных. Дело в чем, что и не надо ставить так категорический вопрос, что вот если кто-то не исцелится, все, целый провал или целая паника. Ну и доктора не всем помогают. То есть, и это не значит, что Господь не действует. Да. Если даже кто-то не исцелится, это не признак, что Господа там не было. Да, и что этот человек грешник. Совершенно верно. Если он не исцелился, то он может наоборот у этого человека, который не исцелился, наоборот, больше веры, который исцелился. Вот. Помнишь, мы говорили с тобой на эту тему, наверное, в прошлом году. Мы говорили, мы чуть поднимали эту тему. Лучше, чтобы человек ревновал в своей болезни об исцелении, имел веру до конца, даже написано, они умерли в вере, не получивши обещания. Чем, пастор Василий, чем всю жизнь не верить, прозябать в неверии и прожить до старости, не веря, что Бог. Поэтому я смотрю на молодых людей, вот говорят, вот недавно мы хоронили в Сиэтле, хоронили молодые люди, да и здесь умирают молодые люди. И до последнего, он моего возраста, ему недавно 50 стукнуло. Я на похороне был. И это, говорят, служители, которые свидетельствовали, посещали его, резко поставили диагноз, и через месяц он отошел в вечность. Угу. Здоровый молодой человек. Но он верил до конца, до последнего дня. Я, говорит, знаю, что Господь, верю, что Господь меня может исцелить. Это лучшая форма веры. Лучше, пусть он умрет в вере. Бог это воздает по достоинству, в покибытии воздаст за его веру. Чем можно жить в неверии, в полуверии, в маловерии всю жизнь? До старости, до 80, до 90 в неверии. Или в такой, ну нельзя сказать мне, в полуверии такой, или в маловерии такой. Братья и сестры, что в этой ситуации, когда человек верил в исцеление и не получил, и умер? Давайте возьмем обратную сторону. Ну, а если человек обращался к доктору, постоянно ходил на аппойтменты, он что, не хотел быть здоровым? Хотел. Он хотел быть здоровым. Ну, в конечном итоге, мы все умрем, даже после доктора. Ну, да. И после... Какое может быть здесь разочарование, что Бог не исцелил? Или... Ведь христианин смотрит... намного дальше исцеления. Если только человек верит, христианин верит в исцеление, и дальше у него нет веры за исцеление, то это ничтожная вера. Мы смотрим на исцеление и болезни как пункты, а вечность – это то, что во Христе. Потому отрицать исцеление, если кто-то не исцелился,
Это неправильно. Это то же самое, что отрицать доктора, если кто-то во время операции или после продолжительного лечения умер. Давай мы откажемся теперь от медицины. Но это нету логики никакой. Мы не спешим отказываться от медицины, совершенно верно. Мы же пользуемся. Почему же тогда мы отказались от обетования Нового Завета? Да. Вот, потому если кто-то не исцелился, Христос зашел в купальню в Ефезду и одного человека исцелил, а остальные мы ничего не знаем об остальных людей. Потому и ограничиваться или так ставить вопрос принципиально, что вот если моего сына Бог не исцелит, я в церкви за кого буду, не буду молиться. Или, ну, это неразумно, это детство, это нездравость. Мы не должны вот так ставить себя в тупик или Бога пытаться поставить в угол, что вот если этот человек не исцелится, значит, больше Бог не исцеляет. Это неразумно. Нужно смотреть объективно. Пусть из тысячи Господь одного или двоих исцелит. Даже возьмем по минимуму, уже не говоря по максимуму. И то в этом имя Господа прославляемо. Если Бог исцелил, поднять это исцеление, сказать, что это Божье чудо. На одного человека будет приходить меньше биллов платить от медицины. Да. Это все платится. Да, это все платится. Вот, потому почему мы в церкви за кафедрой должны выставлять какие-то единицы, которые Бог не исцелил, и перечеркнуть молитву за исцеление. Это неправильно. Мы должны быть смелы, как идем к доктору, рассчитывая на то, что он нам поможет. Так точно в молитве мы должны знать. Знаешь, в твоей философии библейской ты никогда не прогоришь. Ну нет. Ты не прогоришь. Нет. Прогорит тот, знаешь, кто прогорит? Кто вот сомневается. Кто не верит, кто сомневается. Который делает заключение не на удачу. Кто смотрит со стороны, получится, не получится. Но человек с двоящимися мыслями, он не тверд в своих путях. Поэтому в твоей жизненной философии ты не прогоришь. Мы должны смотреть на исцеление как на промежуточный пункт. После исцеления мы опять болеем. Наше тело изнашивается как автомобиль. Оно требует ремонта. Потому если сделать исцеление таким чем-то большим, особенным, что и вечность перекрывается исцелением, это не библейский взгляд. Из 100 человек, рождавшихся, 100 умирают. Да. Если, конечно, Господь не придет, и мы не изменимся во мгновение ока. Вот смотри, что я заметил в Африке. В Африке исцеление работает просто сильно. Думаю, что намного меньше расчет на медицину. Вторая деталь, что очень сильно развитый оккультизм. Если сегодня в Америке духовность где-то остается на площадке Голливуда, извращенная, то церковь потеряла богатство, потенциал, правду о духовности. Духовность есть первичная. Несомненно. Это же тело, где мы находимся. И если церковь теряет духовность, то что, только оккультизм сегодня? Бесы работают, колдуны работают, ведьмы работают. Грех работает. Все работает, извращенность работает. Дух Святой не работает. Но это неправда. Это неправда. Да. Потому, как я учу своих молодых. Моя жена работает в больнице с доктором. Она делает кардиограммы. Угу. И до того, как доктор увидит пациента, то моя жена делает все preparation, все приготавливает. Угу. И доктор не так много смотрит на пациента. Ему жена приносит все доказательства. И он только так взглянул, читает здесь, смотрит. Он разбирается, что здесь правильно, что неправильно. В наших церквях мы много перемешали правильное с неправильным. И потому мы боимся, мы не знаем, где Божье, где не Божье. Ну, понимаешь, почему дуем на холодное? Кто-то обжегся единожды на горячем,
Говорить, до нас в село там кто-то приехал, там нарубил какой-то беды. Я уже на украинский перешел, хотя он у меня такой сложный, украинский. Но из-за этого, из-за этого мы согласны перечеркнуть все остальное. Из-за того, что где-то в селе там произошло. Вот. Но очень важно понимать, что есть библейская правда, что принадлежит по обетованиям Божьему народу, и что нам не принадлежит. И тогда делаешь разборку. Вот это Божье, вот это не Божье. И против не Божьего выступаешь. Выиграл, выиграл. И пошел против не Божьего, выиграл. Ты выигрыш. Да. Но если и не выиграл, по крайней мере, воевал. Есть вторая сторона. Есть вторая сторона. Смотри, с кем-то я недавно беседовал. Иосиф же, будучи мужем праведным и не желая огласить ее, праведность никогда не оглашает. Праведность никогда не оглашает. Она готова покрыть. Так вот, я приложу толкование к этой мысли. Если мне даже что-то непонятно, умные, разумные люди, мудрые люди, имеющие страх Божий, они никогда не будут запомнить. Никогда не будут поднимать рот, открывать рот, поднимать голос, критиковать, обзванивать. Ты слышал, там было, а там вот такое, а там чего не было, что там было. И понимаешь, Бог этого не любит. Бог не любит. Мы более склонны критиковать, осуждать, опустить какое-то служение, более чем мы положи рот, положи перст на уста, меньше греха будет. Я так понимаю, меньше мне будет греха, хотя в узком кругу, как служители, мы анализируем те вещи. Но даже на братских советах, наблюдая за некоторыми разумными братьями, есть такие, которые вскакивают, знаешь, как олень вскакивает, и пошел, и поехал, и не остановить. А мудрые братья, он 10 раз выслушает, он один раз скажет, но он не позволит себе устами гулять по служителям, по людям, по событиям, по исцелениям или неисцелениям. Ты согласен со мной или нет? Это правда. Михайлович, смотри, если питаться грехами, соблазнами, если только обращать внимание, где не получилось, то ты опустишь свою веру. Это разумно. И веру людей. Но мы не так поступаем с докторами. Не так. Не так поступаем с медициной. Ну, не помог один доктор, идем второму. Не та медицина, а вторая. Где же логика? Тогда, когда доктору принесли исследование, значит, это самое, и доктор долго посмотрел, что написано, и берет скальпер, и все режет. Аппендицит, другие операции, это очень, очень, как говорится, ну, грубый поступок доктора получается, очень дерзостный. Но он знает, что правильно. Что, с Библией сегодня мы уже перестали знать, что от Бога, что Божьи обетования говорят? Если мы не будем смелы наступать, мы никогда не будем иметь без битвы победу. Победа приходит только, когда ты вступаешь в конфронтацию. Да. Если будут такие люди, что помрут, конечно, будут, что помрут. Все мы помрем. Но уметь исцеление, Божьи ответы, Божье чудо, выставить, чтобы имя Божье прославилось и Евангелие было громче, это разумно. И там, где не получилось, перст на уста. Ну, ты же не ходишь на интернет или на телевидении и хамишь вот эту медицину, которая тебе не помогла, да. Другому помогла. Несомненно. Где же логика? И не получилось исцеление. Молись за второго, за третьего, десятого. Вот. А то, лучше выйти из лодки своей, лучше выйти, будучи подвергаемым и волнам, да. И ударам, и чего только, и критике, куда ты пошел, куда ты полез. Побольше бы таких Петров в наших служениях, побольше. Потому что, по большому счету, вера – это риск. Да. Это большой риск. Да.
И вера, она разумная. А как же? Вера не такая, которая вот завтра в панику упала, в истерике. Она просто то, что скрытое прожит Богу, открытое сынам человечески. Да. Мы идем дальше, но если мы не пойдем на сверхъестественные от Бога ответы, то мы мертвому Богу служим. Нам нету что показать на самом деле. Потому Бог всегда которых людей посылает, использует, ведет, подтверждает. Знаешь, что мы сделаем? Я попрошу тебя совершить молитву сейчас. Видишь, у нас... Сколько у нас времени? У нас еще есть 5 минут. О, думаю, уже в конце. Да. Друзья, могу пару слов? А как же? Да, конечно. Друзья, будет Race to Deliver конференции... Название конференции. Конференции Crusade в Паско, штат Вашингтон. Я обращаюсь, вот какая, вот эта камера. Да, одна из камер. Я обращаюсь к вам. Будет действительно много исцелений. Это правда. Хотя с нашего разговора вы видите, какой у нас взгляд на исцеление. Мы ваше исцеление хотим преподнести как Евангелие, спасающее души. Поэтому закажите, выйдите на наш церковный веб-сайт. Hungry Generation, и проследите. Приедьте. HungryGeneration.net. Будет много исцелений, будет много освобождения от демонов. Но самое главное, Евангелие будет как город на вершине горы. Евангелие будет спасительным. И мы из этой вершины проповедуем Евангелие спасения. За этот год у нас на каждый день есть новый человек, который принимает Иисуса Христа. Жив Господь. Мы это используем, чтобы донести спасение. Завтра в программе мы некоторые свидетельства. У тебя не менее 5-6, ты говорил. Да, есть. Ну, да. Свидетельств на веб-сайте очень много. Понятно, просто понятно. Тут со мной есть. Понятно. Здорово. Поэтому здорово, здорово. Друзья, знаете, мы о чем говорим? То, о чем мы говорим, наша тематика, она... подкрепляемо Словом Божьим, вот авторитетом этого слова. Это не то, что мы где-то с потолка взяли и ниоткуда. Это жизненная истина. Она проявила и проявляет и подтвердила себя уже тысячелетиями. Делает Господь. Делает. Господь делает. Делает. Это не правда, что Бог молчит. Это не правда, что Бог уснул. Это не правда, что Бог задумался и занят чем-то. Бог есть живой. Бог есть живой. И на этом мы стоим. Да. Поэтому, пастор Василий, я попрошу тебя совершить молитву. Сколько мы еще имеем? У нас есть еще 3 минуты. Да, смело. Во имя Иисуса мы просто будем призывать имя Господне, призывать Его силу, Его славу, призывать Его исцеление. Все, что от Господа, пожалуйста. Друзья, Бог делает. Следуйте за теми местами, проповедниками, служениями. Сейчас с вашего дома это нетрудно. Просто нужно найти на веб-сайты, на YouTube. Не следите, не идите там, где нету дела. Идите там, где дело Божье есть. Ваша вера будет. Христос когда-то сказал так: если вы не увидите дел Божьих, то не уверуете. Вот Христос сказал: если не веруете словам моим, делам моим, дела дают право верить. У вас будет вера, и она у вас сейчас есть после этой передачи. Какая бы ни была ваша нужда, Бог силен вам помочь. Семья, дети, здоровье, финансы, депрессия, навязшиеся мысли, голоса. Дайте, чтобы ваши проблемы услышали ваш голос. Голос Евангелия, спасение, голос Духа Святого. От вашего голоса веры трепещут ваши проблемы. Дьявол. Потому в этой молитве, которую мы из этой студии с Юрием Михайловичем сейчас совершим за вас. Господь. Бог поможет вам. Господь. И даст вам помощь. Исцелит. Аллилуйя. И прострет свою руку. Давайте вместе помолимся. Господь.
Дорогой Небесный Иисус, Отец, Иисус, мы приходим к Тебе из этой студии, в эти дома, братьям и сестрам, где сейчас нужда, проблема, чье-то сердце Господь устало и упало. Подними, подними, помоги. Какие их не нужды? Господи, их небо дома, может, Иисуса, как дом Иова. Так много разрушений. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, Господь, восстанови. Детей восстанови. Пусть придет Твое чудо в дома. Стада восстанови. Здоровье восстанови. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я приказываю Духу, который напал на святой дом Иова. Во имя Иисуса. Я не извергаю Твою власть. Я иду в духовный мир. Я приказываю Тебе, будь разрушен. Да будет восстановлено Царство, Господи, Божье в домах, в семьях, в жизнях, в душах для спасения. Господь, во имя Иисуса, во имя Христа, Иисуса, веруйте, ангелы Божьи, Дух Святой на вашей стороне. Вы будете жить во имя Иисуса. Пастор Василий, благодарю. Спасибо. Я знаю, это было благословение. Мы завтра будем продолжать. Если эта программа будет в повторе, друзья, снова анонсировка, что, значит, конференция, 12. Это будет в Трай-Сити, небезызвестном, Праско, а оно еще, так сказать, расширяет свои владения, при территории и влияние свое, поэтому это будет 12-го, 13-го, 12, 13, 14 мая, да, то есть буквально через месяц от этого месяца, поэтому, пастор Василий, еще раз, большое спасибо. До завтра. Благословение. Помните, Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. Оставайтесь с нами на Импакте. И будьте благословенны.